ваше впечатление сегодняшней игры? Насколько сыграла роль вот сильно проигранная старт? Ну, я думаю, что это не главное было сегодня определяющее. Я поздравляю соперника с первой победой. Липецк пока раздает всем победы первой. Ну, надеемся, что возьмем долг чуть попозже, если получится. Вот. А основа всего, что теряя много мячей, сегодня чумовая подача летела у Заречья. И мы слабо сыграли сегодня нападение. Вот эти два основных компонента. Потому что, ну, блоки, вообще мы три раза только попали в блок. То есть все на своих ошибках. Ваут, вот как сейчас последний мяч, сброс там. Выше блока прыгает человек и сбрасывает ваут. Ну и таких вот у каждого по 2-3 набралось. И подача летела чумовая. Ну, дай бог, чтобы у всех так летело. Но тем не менее, вторую партию Липецк выиграл. Почему не удалось такой же настрой удержать в последующих партиях? Ну, тут сложно сказать. Я еще раз говорю, сложно. Сейчас, я так считаю, что сейчас основа современного волейбола – это подача. Как подача, розыгрыш против одиночного или разрозненного блока, или против стационарного, двойного, а то и тройного. Поэтому здесь мы проиграли, не усложняли подачу, и поэтому, или пытались, но не получилось. Вот, поэтому в этом преимущество было. А так боролись до конца, играли. Я не могу девчонкам сказать, что они отдавались, сливались там или еще что-то. Вот. Будем работать. Ну, сильно вас расстраивает вот это поражение? Ну, у нас уже дальше некуда убивать, потому что мы Челябинску первый раз отдали, сейчас первый раз это, дай бог, они преобразуют это, но мы постараемся выйти. Хотя у нас сейчас сложный этап, мы сейчас играем с командами первой четверки. Ну, такой жизнь волейбольная. Спасибо.